паллиативную помощь у детей нельзя рассматривать отдельно. Она есть в комплексе всех мер, направленных на улучшение качества жизни, первое, на восстановление пролеченного ребенка в социуме. Это как реабилитация. И третье, как поддерживающая терапия во время лечения. Поэтому паллиативная помощь – это не только оказание медико-социальной помощи больному, который находится в состоянии распространенной опухоли и находится на паллиативной, на симптоматической терапии, но и оказание всей этой медико-социальной помощи в процессе лечения. Почему так обстоит дело? Потому что взрослые и ребенок – это совершенно разные ипостаси. И задача у общего онколога и у детского онколога разные. Если общий онколог ставит перед собой цель продлить пациенту жизнь, добиться длительной ремиссии заболевания, и результат лечения, в котором больному подарено 5, 7, 10 лет жизни, является очень хорошим, то в детской онкологии этот возраст совершенно не годится. Задача детского онколога – вылечить больного, добиться полной ремиссии, добиться выздоровления больного и добиться восстановления ребенка в социуме, ввести его в нормальную взрослую жизнь и постараться забыть о том, что он болел злокачественным новообразованием. То есть задачи абсолютно разные. Как разные опухоли, как разные подходы к лечению – так и разные задачи у докторов. И отсюда паллиативная медицина немножечко разная. Поэтому помощь должна оказываться, паллиативная помощь, назовем ее так, реабилитация, должна оказываться с начала лечения, независимо, чем это лечение закончится. Закончится ли оно выздоровлением, закончится ли оно неудачей, но медико-социальная помощь ребенку должна оказываться с самого начала лечения. Первую разницу мы разобрали, а вторая разница в том, что ребенок сам по себе еще не может отвечать за свои действия, не может отвечать за свои поступки, не может планировать свою жизнь, а за него отвечают родители. Общение с родителями – это отдельная глава, это очень важный момент. И вопрос в том, чтобы попытаться привлечь родителей на сторону лечащего врача, на свою сторону, для того, чтобы добиться доверия от родителей. Это очень важно в плане определения прогноза, в плане проведения лечения и в плане тех удач и обязательных неудач, которые будут нам встречаться на этапе проведения лечения злокачественной опухоли у ребенка. Паллиативная помощь, как мы говорили, это направление медико-социальной помощи, целью которого является улучшение качества жизни больного и улучшение состояния в семье. Вы видите, что если в центре паллиативной помощи, реабилитации находится пациент, то вокруг него существует очень много организаций, которые помогают проводить эту работу, которые помогают оказывать помощь. Это прежде всего домашний уход, это медсестра и семейный врач или педиатр. Но с другой стороны, это работники службы социального обеспечения, это друзья, соседи, родственники в более широком понимании слова «семья». Это даже это священники, которые оказывают ту помощь, которую они могут оказать по отношению к ребенку, по отношению к семье. Это очень большой многогранный процесс. И мы видим, что люди сюда вовлечены совершенно из разных категорий общества. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения,
60% терминальных больных нуждаются в паллиативной помощи. Каждый год мы получаем почти 500 тысяч паллиативных больных. И потребность в хосписной помощи удовлетворена всего на 10%. Но скажу отдельно, что в детской онкологии паллиативные больные – это чаще всего не онкологические больные. Это больные с врожденными пороками развития, после тяжелых травм, с различной неврологической патологией. А онкологических больных на паллиативную помощь припадает всего 10% в детском возрасте. И немножечко больше, где-то 25-30% у взрослых. Но, тем не менее, вопросы паллиативной, хосписной помощи очень важны у детей, потому что это животрепещущая проблема. Обеспечить купирование болевого синдрома у ребенка очень и очень важно. Как у нас в городе решается эта проблема? Открыто два больших хосписных отделения. Отделение хоспис городской клинической больницы номер 17 на Московском проспекте и Харьковский областной центр паллиативной медицины хоспис. Это первое отделение, которое было открыто много лет назад. Оно находится на Луи Пастера 4. В последнее время в городской больнице номер 5 – это неврологическая больница. Сделано отделение паллиативной помощи. Это отделение дневного стационара. Пациенты приходят, получают паллиативную помощь, находятся дома. Тяжелые больные, которые находятся в стационаре, также получают помощь вот этого отделения паллиативной помощи. Цели и задачи. Первое, прежде всего, это устранение страданий больного за счет купирования болевого синдрома. Психологическая помощь пациентов и очень важна вот эта психологическая, социальная, правовая помощь семьям пациентов. Это основа качественного лечения, основа доверия к врачу и основа благоприятного исхода нашего лечения. Виды оказания помощи – это медицинская помощь, результатом ее является действие всех медработников и социально-психологическая помощь, которая лежит на плечах не медиков. Что мы делаем из медицинской помощи? Это прежде всего это наблюдение специалистов различного профиля с целью купирования болевого синдрома, осложнений длительной терапии. Встает вопрос о том, где лучше развернуть это хосписное отделение или отделение паллиативной помощи. Возможно ли это будет палата паллиативной помощи, скажем, в онкологическом отделении, или это должен быть специализированный центр хоспис, или это должна быть отделение в онкодиспансере. Где лучше его развернуть? Со стороны вот этого тезиса, паллиативное отделение или палаты паллиативной помощи должны находиться в многопрофильных детских областных учреждениях. Почему? Потому что там наибольшее скопление специалистов различного профиля. А паллиативные больные, как известно, страдают не только болевым синдромом. У них возможно развитие инфекционного процесса, у них возможно развитие различных других заболеваний. И консультации, которые находятся под боком, мы можем прибегнуть всегда к консультации, которые находятся под боком, в соседнем отделении. Нам проще вызвать специалистов любого другого профиля. Первое. Второе. В специализированном паллиативном отделении насколько необходима работа врачей, клиницистов? Сколько там нужно врачей? Каким образом они будут оказывать помощь? Или необходим только один врач, а в основном средний медицинский персонал? Это тоже вопросы, которые по сей день не решены, и создание вот такого прописания приказа по паллиативной помощи очень важно и находится сейчас в стадии разработки.
Очень важным вопросом является привлечение специалистов не медицинского профиля с целью социальной адаптации. Вот на решение вот этой проблемы как раз и работает вот та группа волонтеров, о которых я вам рассказывал. Они проводят занятия среди немедицинских работников, они читают лекции об уходе, они приводят примеры ухода по разным областям. Это все сейчас лежит на группе волонтерского движения, и они сделали в этом плане на сегодняшний день очень и очень много. Давали мы вот это определение боли, как неприятное ощущение, связанное с тканевым повреждением и описываемое в различных терминах этого повреждения. Но мы же помним, что мы имеем дело с детьми, а это совершенно другая ситуация, потому что до 3-летнего, даже до 5-летнего возраста центральная нервная система у ребенка еще не дифференцирована. Он не может четко описать свою боль, он не может четко сформулировать характер боли, место болевого ощущения. Он просто жалуется на боль, если он может жаловаться. А если он находится в младшем возрасте, он просто ведет себя не так, как он ведет себя обычно. Поэтому существует несколько шкал определения боли. Вот рейтинговая шкала оценки боли по изображению лица, которая применяется для детей старше 3 лет. Все достаточно просто, правда? Мы можем определить, болит или немножко болит, или не очень болит, или немножко сильнее. И она удобна для детей у пациентов с затрудненной вербальной коммуникацией. Когда? В послеоперационном периоде, в случае опухолей головного мозга, когда ребенок не может сказать, в случае каких-то других моментов, когда ребенок не может ответить. Это в первом случае, а во втором, я уже сказал, что в 3-4 года трудно услышать у ребенка, каким образом болит и в каком месте у него есть болевые ощущения. Детская шкала для оценки степени боли КУС. Это европейские данные, они предлагают оценивать по 5 категориям. Это плач, выражение лица, положение тела, положение ног и двигательное беспокойство. Для каждого из, так сказать, места применения существует количество баллов. То есть плач отсутствует, 0 баллов. Если мы видим стоны и хныканье, это 1 балл. Если это жалобный крик, то это 2 балла. Ну и так дальше. По выражению лица расслабленно улыбается 0 баллов, рот искривлен 1 балл, гримаса 2 балла. Ну и по всем положениям, по плачу, по выражению лица, положение тела, положение ног и длительному беспокойству имеется набор баллов. И дальше мы можем оценить вот этот набор баллов. Если по всей шкале мы набираем от 0 до 1 балла, необходимость проведения анальгезии отсутствует. Если мы видим 2-3 балла, то необходимо усиление обезболивающей терапии. 4, 7, 8, 10 – это, значит, надо проводить экстренное купирование болевого синдрома. Но вся вот эта шкала, которую мы видим, это все происходит в идеале. Это так, как нам хотелось бы. Но правда, не всегда это оправдано. И не всегда поведение ребенка характеризует его болевые ощущения. Поэтому, исходя из этой шкалы и из предыдущей шкалы, нам необходимо приспособиться к применению и знать о том, как ребенок чувствует боль. Потому что достаточно часто мама сидит с ребенком, она может нам сказать или поделиться. Бывает так, что ребенок находится самостоятельно, один, он не может нам сказать, или мама не совсем, скажем, может передать нам свои ощущения и ощущения ребенка. Ну и примерно такая же шкала до 5 лет. Она немножечко отличается от вот этой, но суть вопроса примерно та же самая. Тоже по плачу, по выражению лица, по положению туловища. Немножечко тут изменены характеристики и немножечко изменена интерпретация. То есть от 0 до 3 баллов – это отсутствие боли, от 4 до 10 – необходимо проведение анальгезирующей терапии.
Боль продолжительностью более 3 месяцев классифицируется как хронический болевой синдром. И она может распространяться, обуславливаться как, собственно, опухолевым процессом, так последствием прогрессирования опухолевого процесса, так и сопутствующими заболеваниями. В чем особенность болевого синдрома у детей? В том, что, как и все процессы в детском возрасте, они более ярко выражены. И болевой синдром более ярко выражен. Ту боль, которую взрослый человек спокойно переносит и иногда даже не жалуется, у ребенка возникают определенные изменения, появляется плач, появляется отказ от еды, беспокойство, расстройство, температура и так далее. То есть обменные процессы у ребенка ускорены, болевые ощущения у него усилены, и поэтому не всегда, видя такие аффектные проявления у ребенка, необходимо тут же начинать обезболивающую терапию, связанную с введением анальгетиков. Возможно, нужно дать успокаивающее средство, возможно, нужно снизить температуру, возможно, его просто надо покормить. Такое тоже бывает. Поэтому к характеристике боли у ребенка нужно проявлять очень значительное внимание. И очень часто, встречаясь с ребенком и проводя ему лечебные мероприятия, мы видим, что ребенок от ребенка очень сильно отличается. И один боль переносит, другой не переносит, один жалуется, другой не жалуется. В этом плане важны не только маленькие дети, но важны еще и подростки. Потому что подростки – это отдельное общество, это пациенты, с которыми вдвойне сложно общаться. У них идет период полового созревания, у них огромное количество гормонов. И вот это активизация всех процессов в организме ведет к изменению настроения, состояния, мысли и так далее. И общаться с ними крайне и крайне сложно, потому что все сказанное лечащим врачом оценивается до каждой буквы, интерпретируется и может быть переставлено с ног на голову, и тут же тебе появятся вопросы, на которые ты не можешь ответить. И поэтому в отношениях с больным подростком нужно очень хорошо планировать то, что мы ему собираемся сказать, то, что мы ему хотим ответить. Как это относится к купированию болевого синдрома? К примеру, у нас была, она и есть, 15-летняя девушка с диагнозом саркома Юинга ребра. И была опухоль, локализующаяся в ребре, которая прорастала в плевру, в легкое. Учитывая то, что там был задействован межреберный нерв, там был выраженнейший болевой синдром. После операции, после проведения неоадъювантной химиотерапии добавились неврологические изменения, как осложнение химиотерапии, и мы не знали, куда деться, потому что она не могла сказать, у нее болело все. К ней нельзя было притронуться, она жаловалась на боли и все остальное. Купирование болевого синдрома закончилось тем, что мы вызвали невролога и психиатра. После беседы с этими специалистами неоднократной болевые ощущения прекратились. То есть вот та психогенная боль, о которой мы с вами говорили, она вышла на первое место и являлась ведущей в болевом синдроме у этого ребенка. То есть мы не видели эффекта от назначения обезболивающей терапии и пришли к выводу, что нам просто нужна помощь специалистов, невролога и психиатра. И на этом все закончилось. То есть мы дальше смогли проводить нормальную, адекватную терапию. На сегодняшний день девочка жива, здорова. Ну, я не скажу здорова, но она жива, она получает очередной курс химиотерапии и чувствует себя достаточно неплохо.
Принцип их лечения хронической боли мы говорили, но повторим еще раз. Это прием через рот, который должен осуществляться как можно дольше. Прием по часам, а не по требованию, о необходимости об этом говорено неоднократно, но скажу, что организм опять же должен приспособиться к введению обезболивающего препарата и должна быть доза накопления в организме, чтобы он оказывал адекватное действие. Лечение по восходящей базе Леде по лестнице, индивидуально подбор адекватной дозы и режим. О плацебо-препаратах мы говорили, и побочные эффекты анальгетиков должны предупреждаться, и ни в коем случае, и в случае их возникновения адекватно проводиться терапия. Ступени анальгезии – слабая боль, наркотический анальгетик плюс адъювантная терапия, умеренная боль, слабый опиоид плюс наркотический анальгетик плюс адъювантная терапия, и сильный опиоид плюс при сильной боли сильный опиоид, ненаркотический анальгетик плюс адъювантная терапия. Классификация анальгетиков. Что мы можем предложить в плане анальгетиков? Как истинные анальгетики, так и препараты, которые действуют в более широком плане. Это из антидепрессантов амитриптилин и мепрамин, антиконвульсанты карбамазепин и баклофен, спазмолитики ножпа, бисфосфонаты, кортикостероиды, антигистаминные препараты и бензодиазепины. Все эти препараты, перечисленные, должны применяться на фоне обычных анальгезирующих препаратов. Вот это те препараты и дозы, которые чаще всего мы используем у детей. Диклофенак натрия, напроксен, флорбупрофен – это при боли в костях, при инфильтрации мягких тканей, опухолью, когда есть увеличение печени во время… купирование болевого синдрома в начале лечения очень важно. Оно как бы является предтечей основного лечения. Мы снимаем пациенту боль, потом проводим, параллельно проводя неоадъювантную терапию. Вследствие невоадъювантной химиотерапии размеры опухоли сокращаются и уходят болевые ощущения, связанные с раздражением ноцирецептором, связанные с давлением нервов, то есть ноцицептивная и нейропатическая боль уходят. Бисфосфонаты, как я уже сказал, это препараты, связанные с лечением метастазов кости, они тоже с успехом применяются у детей, они применяются реже, чем у взрослых, потому что метастазы в кости бывают реже, чем у взрослых, но тем не менее они широко используются в детском возрасте. И кортикостероиды. Кортикостероиды у детей используются очень широко, как основные препараты в лечении гематологических заболеваний, так и препараты адъювантной терапии в случае обезболивающей терапии, в случае противорвотной терапии. Социально-психологические аспекты паллиативной помощи. Это то, что не относится к медицинской помощи. Это то, что относится к помощи общества этим больных. То есть мы стараемся, чтобы помощь психолога для пациентов была постоянна. У нас есть штатный психолог, он приходит к нам раз в неделю, он занимается с нашими пациентами, он оказывает психологическую помощь не только пациентам, но и родителям. Это очень и очень важно, потому что родители – это камертон состояния больного. Если родители будут себя чувствовать нормально, если они будут уверены в успехе, значит и пациент будет нормально воспринимать терапию. Если родители будут нервничать, плакать, беспокоиться, иметь большое недоверие к врачу, того же самого ответа мы будем ждать и от пациента. Между родителями и пациентами есть абсолютная взаимосвязь. И нам необходима помощь психолога как для родственников, так и для самих пациентов. Помощь юридического характера очень важна. В каждой клинике есть юрист.
И все вопросы, связанные с получением инвалидности, с получением пособий, с получением материальной помощи, с оформлением различных бумаг, мы консультируемся у юриста клиники, который помогает родителям в знании юридических тонкостей. Кроме того, лечащие врачи тоже консультируются у юриста со знанием того, как поступать в тех или иных случаях. Оправдано ли назначение того или иного препарата? Не оправдано. На что мы имеем право, на что мы не имеем права? Об этом мы должны знать и помнить. И поэтому нам необходима помощь юридического характера. О духовной поддержке не надо много говорить. Мы все о ней знаем. И все понимаем, что пусть она не имеет материальной основы, ее нельзя потрогать, но она очень важна. И поэтому мы с удовольствием, по желанию, по первому требованию и желанию родителей, к нам приходит батюшка, он беседует с родителями, он беседует с пациентами. И, кроме того, они оказывают достаточно ощутимую иногда материальную помощь отделению по снабжению различными не имеющими отношения к медицине вещами и расходниками, и карандашами для детей. Ну и проведение досуга. То есть в нашем отделении есть отдельная комната игровая. Я скажу, что она есть не только в нашей области, а в большинстве областей, где дети занимаются тем, что не имеет отношения к медицине. Они рисуют, они лепят, они делают поделки. Вот тут есть на картинке, вот это наша волонтер, это родители. Вы видите, почему это важно? Необходимо отвлечь ребенка от больницы, отвлечь его от мыслей о постоянном медицинском вмешательстве, от боли, от ощущений проведения химиотерапии и так далее. Потому что, когда родители и ребенок попадают под гнет диагноза, когда мы сообщаем им диагноз, они находятся в совершенной прострации. И вот это состояние выливается в разные виды иногда даже неадекватного поведения. Начинаются обходы, обзвоны всех знакомых и незнакомых, перепроверка диагноза и так далее, и так далее. То есть люди находятся в информационном вакууме. И этот вакуум надо восполнить. К сожалению, на сегодняшний день доверие к врачу у нас в стране оставляет желать большего и лучшего. И вернуть это доверие – наша задача в том числе. То есть чем больше мы будем открыты к разговору с родителями и с пациентами, тем скорее к нам вернется доверие. И несмотря на все на всю ту грязь, которую выливают сейчас на работников медицины, она не всегда соответствует действительности. И наша задача, не обращая внимания, быть открытыми к пациентам. Если они увидят добродушие, открытость и желание помочь, они вернутся и будут разговаривать напрямую с тем человеком, который оказывает им помощь. Очень большую роль играют социальные проекты. В Харькове есть «Эра милосердия», которая привлекает для обучения волонтеров из людей немедицинской среды. Это «Рука помощи», которая проводит организация помощи на дому. И «Мы рядом», то есть организация помощи онкобольным детям. На сегодняшний день есть определенная направление развития паллиативной помощи и в детям в том числе. Первое – это организация палат или отделений хосписной помощи в стационарах, где будут получать помощь дети, которые находятся в стационаре. Второе – это организация так называемых выездных бригад паллиативной помощи, которые будут функционировать в районах области.
они будут заниматься оказанием по паллиативной помощи по вызову, типа скорой помощи, которые будут иметь весь набор обезболивающих препаратов, которые будут функционировать круглосуточно в выходные и в праздники, чтобы не было проблем с оказанием помощи паллиативной вот эти выходные и праздничные дни. Задачи отделения вот такого хосписа детского – это выявить проблемы, типичные для данных семей, тех семей, в которых есть неизлечимые больные, разработать подходы к оказанию паллиативной помощи детям, подобрать для работы в хосписе волонтеров и штатных сотрудников, разработать обучающие программы для персонала и подготовить методические материалы. Скажу, что наша задача относится в основном вот здесь. Это разработать, я имею в виду кафедральная задача, разработать обучающие программы для персонала и подготовить методические материалы. Кроме того, как я уже сказал, что в хосписах не обязательно большое количество дипломированных специалистов, врачей и так далее. Здесь необходим уход. А с этим справиться могут как раз вот волонтеры, люди из немедицинской среды, которые могут иметь навыки ухода и оказывать помощь детям в паллиативной помощи. Направление деятельности – это социальная, как я уже сказал, помощь семьям, имеющим детей в терминальной стадии онкологического заболевания, и психологическая помощь, поддержка больного. Проблема – это сложности в назначении обезболивающих препаратов наркотического ряда. Эта проблема характерна не только для детей, но и у взрослых, потому что назначение слишком администрировано, потому что оно слишком закрыто, и поэтому введение наркотического препарата складывается в определенную проблему. Отсутствие учебно-методической литературы по паллиативной помощи. Сейчас есть огромный толстый учебник, выданный в Англии, «Паллиативная помощь детям». Он составляет больше 1000 страниц, он находится сейчас в стадии перевода. Мы его пытаемся перевести с помощью волонтеров. Мы его переведем, напечатаем, и будет у нас учебник по оказанию паллиативной помощи. И там, в числе прочего, есть очень большой раздел для детей. Ну, отсутствие кадрового обеспечения, мы с вами говорили о том, что нет на сегодняшний день выпускников медвузов с специальностью врач паллиативной помощи. Хочу немножечко вас отвлечь в плане реабилитации. То есть я уже сказал, что реабилитацию нельзя отдельно рассматривать у детей, проведение реабилитации, паллиативной помощи, решение болевого синдрома и так далее. Все это звенья одной цепи. Так вот, реабилитация – это система государственных, социально-экономических, медицинских, профессиональных, педагогических, психологических и других мероприятий, направленных на предупреждение развития патологических процессов, если они уже излечены, которые приводят к временной или стойкой утрате нетрудоспособности и на эффективное раннее возвращение больных и инвалидов, детей и взрослых, в общество и к общественно полезному труду. Это то, о чем мы с вами говорили немножечко раньше. То есть это весь комплекс мероприятий. Нам необходимо не только проводить медицинские мероприятия, нам необходимо проводить и обучение, или решать вопросы и советовать, как организовать обучение тех детей, которые длительно находятся на лечении. Должна начинаться с первого дня пребывания ребенка в стационаре и обсуждение планов и перспектив предстоящего лечения. И должна быть направлена как в сторону маленького пациента, так и в сторону родителей. Как я уже говорил, необходимо родителей привлечь на нашу сторону. Необходимо объяснить им, что мы имеем дело с очень тяжелой и большой проблемой, что у нас очень большая и большая задача добиться минимум стойкой и длительной ремиссии и добиться того, чтобы эта ремиссия перешла в выздоровление. И если мы будем уверены в поддержке родителей, то во всех случаях у нас будет все более-менее благополучно. Цели и задачи. Медицинская реабилитация – это различные методы медикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры, лечебное питание, хирургическую коррекцию патологических изменений.
Психологическая реабилитация – это мероприятие по современной профилактике и лечению психических нарушений, по формированию пациентов сознательного или активного участия в реабилитационном процессе. И социальная реабилитация. Очень важно, чтобы тех больных, которые мы излечили, а их среди детей немало, чтобы они вернулись в общество, чтобы они влились в общество, чтобы они смогли нормально общаться, чтобы на их дальнейшее поведение, на их выбор, на их жизнь не давлела вот та ситуация, которая была с ними в детстве, чтобы они могли завести семью, чтобы они могли родить детей и воспитывать детей, чтобы они могли приобретать профессии по желанию, то есть вернуть этих людей в нормальную жизнь. Вот основная задача реабилитации среди детей заключается в том, чтобы вернуть детей в нормальную жизнь. Благодарю за внимание.